Здравствуйте! С вами программа 300 секунд. Главные участники администрации Трампа, key advisor Трампа, замечены в том, что пользуются, опять же, приватной почтой для того, чтобы коммуницировать по административным государственным делам. Новый глава МИ-6 Алекс Янгер вчера призвал женщин-технологов информационной безопасности более плотно работать с английской разведкой и призывают наниматься на работу на английскую разведку. Как минимум 15 государственных учреждений Саудовской Аравии пострадали от очередной волны вируса Шамун-2, который эволюционирует, то есть он удаляет все файлы с винчестеров, но вот еще более жестко все происходит у них там. Значит, один из главных исследователей киберпреступлений лаборатории Касперского был арестован полицией за якобы измену родине. Это Руслан Стоянов, глава, так сказать, отдела расследований Касперского. Несколько тысяч Linux-устройств были, сообщает доктор Веб, были инфицированы трояном Linux Proxy 10, который заражает девайсы на Linux и дальше использует их как прокси. В принципе, на сегодня все. С вами программа 300 секунд. Пока.